Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. Станция «Петровский парк». Переход на станцию «Динамо». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция ЦСКА. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Хорошовская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Хорошовская. Переход на станцию Полежаевская. Наземный переход на станцию Хорошова Московского центрального кольца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Народное ополчение. Станция «Народное ополчение». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Мнёвники. Станция «Мнёвники». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Терехово. Платформа справа. Станция «Терехово». Платформа справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кунцевская. Платформа справа. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Станция Кунцевская. Платформа справа. Переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Выход к железнодорожной платформе Кунцевская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Давыдково. Платформа справа. Станция Давыдково. Платформа справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Аминьевская. Станция Аминьевская. Выход к железнодорожной платформе Аминьевская и аэроэкспрессом в аэропорт Внуково. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Мичуринский проспект. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Мичуринский проспект. Переход на Солнцевскую линию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – проспект Вернадского. Станция проспект Вернадского. Переход на Сокольническую линию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новаторская. Станция Новаторская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Воронцовская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Воронцовская. Переход на станцию Калужская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Зюзина. Станция Зюзина. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Каховская. Станция Каховская, конечная. Переход на станцию Севастопольская. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Зюзина. Станция Зюзина. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Воронцовская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Воронцовская. Переход на станцию Калужская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Новаторская. Станция Новаторская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – проспект Вернадского. Станция «Проспект Вернадского». Переход на Сокольническую линию. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Мичуринский проспект. Станция «Мичуринский проспект».
Переход на Солнцевскую линию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Аминьевская. Станция Аминьевская. Выход к железнодорожной платформе Аминьевская и аэроэкспрессом в аэропорт Внуково. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Давыдково. Платформа справа. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Давыдково. Платформа справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кунцевская. Платформа справа. Станция Кунцевская. Платформа справа. Переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Выход к железнодорожной платформе Кунцевская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Терехово. Платформа справа. Станция Терехово. Платформа справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Мнёвники. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Мнёвники. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Народное ополчение. Станция «Народное ополчение». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Хорошовская». Станция «Хорошовская». Переход на станцию «Полежаевская». Наземный переход на станцию «Хорошова» Московского центрального кольца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «ЦСКА». Станция «ЦСКА». О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция «Петровский парк». Переход на станцию «Динамо». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Савеловская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Савеловская. Конечная. Переход на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Выход к Савеловскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. Поезд следует до станции «Деловой центр». Станция «Петровский парк». Переход на станцию «Динамо». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Поезд следует до станции «Деловой центр». Станция «ЦСКА». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Хорошовская. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Поезд следует до станции «Деловой центр». Станция «Хорошовская». Переход на станцию «Полежаевская». Наземный переход на станцию «Хорошова» Московского центрального кольца. Поезд следует до станции «Деловой центр». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Шелепиха. Поезд следует до станции «Деловой центр». Станция «Шелепиха». Переход на станцию «Шелепиха» Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе «Тестовская», первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Деловой центр». Поезд следует до станции «Деловой центр». Станция «Деловой центр». Конечная. Переход на станцию «Выставочная» и «Солнцевскую линию».
выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Поезд дальше не идет, пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Шелепиха. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Шелепиха. Переход на станцию Шелепиха Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Хорошовская. Станция Хорошовская. Переход на станцию Полежаевская. Наземный переход на станцию Хорошова Московского центрального кольца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – ЦСКА. Станция ЦСКА. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Петровский парк. Переход на станцию Динамо. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Савеловская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Савеловская. Конечная. Переход на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Выход к Савеловскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Внимание! Временно не ходят поезда на участке Автозаводская-Орехово за Москворецкой линии. Пользуйтесь другими линиями, МЦД, автобусами КМ и наземным транспортом. Внимание! Временно не ходят поезда на участке Автозаводская-Орехово за Москворецкой линии. Пользуйтесь другими линиями, МЦД, автобусами КМ и наземным транспортом. Станция Севастопольская. Переход на станцию Каховская. Для строительства большой кольцевой линии участок Каховская-Каширская закрыт. Пользуйтесь автобусами КМ и наземным транспортом. Станция Севастопольская. Переход на станцию Каховская. Для строительства большой кольцевой линии участок Каховская-Каширская закрыт. Пользуйтесь автобусами КМ и наземным транспортом.